Птица, говорун, отличается умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью. Бандиты пронюхали, что мне известно, формула абсолютного топлива. Мы не бандиты. Мы благородные пираты. Sorry, I haven't been talking much. I need to know what's going on. Oh. Капитан Буран! Oh my gosh. Капитан, берегитесь! Верховцев предатель! Бандиты передали отсюда сигнал СОС. Когда я спустился на планету, синяя чайка провалилась. Мне удалось выпустить говоруна. Кончилась твоя минута, Ким. Считаю до трех. Один, два. Ну как, молчит? Ха! Сейчас заговорит! Три! Остановитесь, я выхожу. Oh my god. Сдавайтесь. Вы окружены. Nice. Captain Buran and Captain Kim. Брось пистолет. А ну, самозванец, покажи свое настоящее лицо. What? Я буду жаловаться. Я директор музея. Он себя убил. Это глаз планеты Катрук. Он притворяется. Убейте его. Зачем убивать? Пусть люди посмотрят на последнего пирата. Так ему и надо, предателю. Молчи, весельчак. Ты виноват не меньше. Даю слово. Клянусь здоровьем моей мамочки, что больше не буду. Будет, я его знаю. Потом разберу их на запчасти. Ким, Буран, как ты нас нашел? Я был на Марсе, и вдруг прилетает мой друг Верховц. Да, я страшно беспокоился. Кто-то забрался в музей и пытался украсть дневники капитанов и планы синей чайки. I knew there would be twists and stuff, but... Goodness. Ну, конечно. Я тут же помчался к Буран. Когда мы отправились с доктором на поиски, то встретили Громозеку. Хулиган и невоспитанный тип. Почему? Он добрый и веселый. А как вы нас нашли? Очень просто. От Ушана... друга говоруна. Мы узнали, что птица говорила ему про систему медузы. Птица-говорун отличается умом и сообразительностью. Отличается умом, отличается сообразительностью. Скажи, как открывается ловушка. Если освободите, скажу. По-дружески. You think they'll be so nice? Если ты не скажешь, нам поможет твой друг Глот. Я готов. Я же шутил. Уж и пошутить нельзя. All right. We're free. We made it. Captain Kim, Captain Buran. Ну вот, капитаны снова вместе. Как в добрые старые времена. A very happy ending. Now we can explore the planet some more. You think he'll get away? I'm hoping the bird gets him.
что? Хочешь с нами? Я, конечно, не напрашиваюсь. Ой, Алиса, ты именно напрашиваешься. Эй! Вау! What? Освободите моих друзей! Громозек, нас уже освободили! Так, опоздал. Нет, ну это же надо! Как мне не везет в жизни! I still don't like his eyes. Хоть покажите мне живого пирата. Пожалуйста. Oh, is he gonna get away on the cow? No. Yes! Yes! Oh, I was hoping the bird would take him. Bye-bye. Shock. Понесла своим птенцам новую игрушку. Oh, here we go. Exploring space again. Oh. Dude, so many of you told me why this was your favorite cartoon and how much you loved it, and I just never realized how much I would love it too. God. Ну что, Алиса, будет о чем рассказать в школе? А что рассказывать? Путешествие-то не удалось. Зверей мало собрали. Зато друзей новых нашли. Птица-говорун стоит целого зоопарка. Правильно. А когда я полечу с капитанами в другую галактику, я тебе такое привезу. Алиса, тебе учиться надо. Да ладно, пап, не расстраивайся. Может, мы и тебя возьмем. Биологи в любой экспедиции нужны. Спасибо, Алиса. Ты настоящий друг. Dude, this was so good. It was such a good cartoon. So many of you say that you watch it over and over, and now I totally understand why. It's so good. The first two acts of it, I love how it's just exploring and having fun, seeing all these interesting aliens and planets and environments and all of this very cool new stuff. But then it has a really nice story to piece it all together too. Ah, amazing, amazing, amazing. I don't have much more to say. I know I talked a lot during the whole thing, so I just really, really enjoyed that. I have more cartoons to get to, that's for sure. I hope you enjoyed this. I hope you're glad I finally watched it. I know Treasure Island is another one I need to watch. A lot of you are requesting it. Anyways, dudes, thank you for watching. Keep exploring, keep sending links, and we'll see you in the next one.